Детский день рождения закончился трагедией. Вчера вечером под Белгородом в месте, необорудованном для купания, утонул 7-летний мальчик. Мы узнали подробности случившегося. На семейном празднике дети решили искупаться. Взрослые поручили присматривать за маленькими, подросткам 13 и 16 лет. Те не сразу заметили, что нет одного ребенка. Его тело у берега в воде обнаружил отдыхающий. Врачам, приехавшей скорой, к сожалению, не удалось реанимировать мальчика. За купальный сезон, который начался 1 июня, погибло уже 17 человек, из них 5 детей. Все в местах, где запрещено купаться. Причиной чаще всего становится недосмотр взрослых, а также беспечность и несоблюдение элементарных правил поведения на воде. Руководитель региона Вячеслав Гладков поручил органам самоуправления позаботиться о мерах профилактики и контроля за обстановкой в местах массового отдыха людей на акваториях области. Их в регионе около 700, пока только 70 из них предназначены для купания. Еще 52 диких пляжа, которые облюбовали жители области, будут оборудованы по всем правилам безопасности до 1 июня 2022 года. На это выделяются дополнительные средства из местных бюджетов. А в региональной столице разработана пилотная концепция развития системы безопасности людей на воде. Сейчас уже и действуют мероприятия по обучению населения плаванию. Планируются дополнительные меры вплоть до 2025 года, включающие применение электронных ресурсов, входных браслетов. Ну и дополнительно это установка и оборудование камер видеонаблюдения с выводом на ВПК «Безопасный город», на единые дежурно-диспетчерские службы в целях оперативного реагирования на спасение детей.